А в Караганде позаботились о рабочих с так называемых пятачков. В местах, где мужчины собираются в поисках разовой работы, установили теплый павильон. Здесь есть старший, который просто не позволяет здесь в самом помещении курить и распивать спиртные напитки. Здесь за 5 дней, по крайней мере, за то, что мы здесь видим, не было ни одного пьяного, ни разу в помещении не курили. Процентов 70-80 – это те, которые работают официально. То есть работают на заправке посменно, работают по вахте. И они сюда приходят именно в свободное от работы время. Такие улицы или пятачки есть в каждом городе. Идея о павильонах принадлежит акиму города, но обустроили контейнеры спонсоры. В павильоне есть даже обогреватель, чайник, розетки. На стенах информация по вакансиям и госпрограммам. Каждый день здесь дежурит один из специалистов центра занятости. Он же хранит ключи и консультирует по трудоустройству. Таких народных бирж труда в городе несколько, а павильон один. Очень хорошо здесь, теплый. Там есть еще кондеры. Все удобства есть у нас. Чайники, все есть. Мы пока там туда пойдем греться, здесь работа. Кто будет работать? Здесь точка же. Они приезжают, клиенты. Вот и на весь пятак один контейнер, там мало.